Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Основная идеология национального проекта «Культура» – обеспечить максимальную доступность культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Национальный проект «Культура» включает в себя три проекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Финансирование осуществляется из федерального, регионального и местного бюджетов. В текущем году на реализацию национального проекта «Культура» в Орловской области предусмотрено свыше 50 миллионов рублей. Основными задачами национального проекта «Культура» являются повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры и оснащения современным оборудованием, поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи, внедрение цифровых технологий в культурное пространство. За время реализации национального проекта «Культура» 14 образовательных учреждений в сфере культуры оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений сельской местности. Ведутся работы по строительству Дросковского сельского дома культуры в Покровском районе. Переоснащены по модельному стандарту и открыты 2 муниципальные библиотеки в городе Орле и городе Мценске. На базе центров непрерывного образования, повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в лучших вузах страны прошли обучение 228 работников культуры. А в 2 музеях, музее Бунина и картинной галерее Курнакова, ведутся работы по созданию мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологий дополненной реальности с помощью системы «Артефакт». Цель национального проекта «Культура» – увеличить число посещений организации культуры и число обращений к цифровым ресурсам культуры. В 2021 году будет продолжена работа по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности, созданию модельных муниципальных библиотек, оснащению детских школ искусств и училищ сферы культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, повышению квалификации кадров в сфере культуры.